Сейчас понаблюдаем мы за этим стандартом. И сейчас нужно забивать и гол! Гол! Игорь Тупихин, капитан команды, как ну как не ему вести за собой свою дружину. Открывает армавирцы счет. Дмитриенко, разбег, удар. Гол! Юрий Дмитриенко! Потрясающий мяч! Прямым ударом со штрафного под перекладину. Не достать было голкиперу такой удар. Юрий Дмитриенко. Спустился направо, пас на партнера. Разворачивается. Нечаев и забивает. Нечаев, вот его нужно точно держать. Удар по воротам и 2-2. И вновь Дмитрий Нечаев, и вновь Дмитрий Нечаев. Опять опасно. И третий мяч в сетке ворот Армавира. Но это фантастика какая-то, дорогие друзья. Да, вот это развитие событий.